муниципального округа Сухарево Северное в ноябре 2022 года. Мы принимали план Совета депутатов на четвертый квартал, но он ежемесячно корректируется. Сейчас подготовлен проект повестки на заседание в ноябре. Предлагается принять проект повестки дня за основу и предложить депутатам направить предложение по повестке дня в срок до 7 ноября. Все посмотрели повестку, она была выслана. Какие-то замечания, дополнения есть? Есть вопрос. Значит, а мы же определились с датой заседания. Почему даты? Можно, да. Можно тогда? Да, смотрите, у нас, в принципе, третья среда. Но в связи с тем, что завязано с публикацией и проведением конкурса на руководитель аппарата, тут все зависит с публикации вестника, который нам спустили график. Проведение у нас официальный источник опубликован, Московский муниципальный вестник. И для того, чтобы соблюсти процедуру, и особенно по бюджету еще же надо публичное слушание, и для конкурса тоже должно висеть минимум 20, ну, чтобы все успеть до конца года, то есть в ноябре придется провести их, скорее всего, на неделю раньше. Все районы переносят на неделю раньше.